Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. У нас такое вот красивенькое новогоднее украшение. Кстати, я только что заметил, что это у нас тиранозавр большой, а вот это у нас спинозаврик. Спинозаврик, да, как в этом, в какой там части парка юрского периода, во второй или в третьей, когда он там у нас появился. В общем-то, ну такая вот длинная морда, да. Ну как в Jurassic World Evolution, там на возле ресторана лежит тоже черепок там. Какого-то спинозавридика, да? Так, ну а мы что будем сегодня делать? Сегодня у меня пятница, завтра суббота, рабочий день, печалька. Так, ух ты, прикольно, блесточки, так, забавно. Это у нас появится завтра. Ну а сейчас у нас есть вот такая вот битва, белая мгла. Так. И вот маматериум, как видите, у меня он 20-й, я у себя в аккаунте просто даже не хочу делать его сильнее, даже хотел бы, чтобы он был слабее, честно говоря, вот 10-го мне бы хватило. А так, наверное, противники стали еще сильнее, не знаю, попробуем, может, сейчас нам наваляют, да, и разбежимся по домам, как говорится. Так, ну давайте будем пробовать так. Не знаю, насколько это. Давненько не сражался я в кайнозойских делах. Ну, наверное, такой, да. Интересно, я пробивал бы его за два удара. Скорее всего, нет. Ну и он меня не пробьет. Это тоже радует. Давайте еще вот сделаем, чтобы точно выжить. Так, ну теперь делаем гандикап. Ну давай, собачка. Ну не знаю, наверное, ты сейчас уже не выживешь. Он атакует, да, на все 4. Появилась кошечка. Вместо собачки вышла кошечка. Удар опять 700. Приходится бить третий. Ну не буду его защищать, его космила. Этого псевдо-кошачьего. Он даже, кстати, ну, не относится к семейству кошачьих, как мы знаем. Ну, как эти всякие гибриды саркастодонты. Там они и не волки, и не медведи, и непонятно что. Так, пробил нас, кстати. Вот у него один балл еще остался или нет? Видите. Сколько там уже нам баллов давали? Перестарался, но в смысле в защиту поставил 3 балла. Хотя у Титана Боушки-то у нас мало жизни. Я взял дохленькую. Я стараюсь же брать как можно более слабых противников. Слабых динозавриков, чтобы мы тут... О, ну, в общем-то, идеально я сработал. Все хорошо получилось. Блин, какой махонький динотерий по сравнению с Титанобоа, блин. Он мне напоминает, вот этот динотерий напоминает мне это свинью-мутанта Бормина из Mutant Road to the Eden, или как-то так игра недавно выходила, такая симпатичная. Так, ну первый бой хорошо, что мы зашел нам. Я не сильной командой мы с ним расправились, так сказать. Так. Ну а теперь, а теперь, а теперь. Что мы будем брать теперь? Так, а почему Геннадан, Титанобок? Так, ну здесь нужно обходиться как-то. Вот это, вот если взять тебя, то что получится? Он подменится сразу на Уртинотерия и нас пробьет. И нас пробивает он, конечно, очень даже так легко. Так, не очень прикольно. Наверное, проще взять. Вот кто-то, кто бы выдержал два удара. Допустим, вот так вот взять. И вообще-то давайте стартанем по атаке, блин. А то что-то мне прям не нравится. О, тело космы у нас бьет посильнее, это радует. Так, Титана Боа.
кого еще бы взять? Мамонта 40-го брать не хочу. А может, конечно, и стоит. Не, у нас тогда никого не останется. Не, останется только тили-тили-тролливали. Давайте его возьмем. Может, кого-то из таких вот. Самых сильных, как видите, я оставил. Ну, не знаю, давайте так попробуем. Мамонт выдерживает один удар. У него один балл остался. И вот-вот-вот он, ну, мы специально так и ждали. Ничего он не смог нам противопоставить пока что, но это хорошо. 4-4, ну на 4, если разведем его на 4, то все хорошо. Все складывается так, как я хочу. Но не запомнил, сколько бьет Урдинатери. Ну, бьет он тоже минимум двушку, то есть минимум 1000 будет. Блин, ну прям вот так вот как-то сделать надо, наверное. Ха, два саблезубых. Сошлись. 700 он бьет. Да. Но все равно за 2-2 мы бы выдержали, конечно, но так, на тоненького. А фигушки тебе, Уртинушка ты наш. Уртин оба. Или как там, где тебя там нашли. Ну, дальше, в принципе, можно его не беречь. Оу, бедняжка. Ленивца немножко напоминает Уртинатерий. На 4. Так, ну, Гасторбис, давай, подживись. Ну, хотя, нам тут вообще прям мега-супер-быстрая атака. Вот это классный такой ракурс. Так прикольно смотрится. Кстати, Додошка имеет анимацию Гасторбиса, да? У нас, кстати, в принципе, Додошка, так, это как, она ж на террор-птицу похожа, да? Ну, босс, в смысле, босс Додо. Так, ху, ну и последний бой, я думаю, тут проблем у нас не возникнет, ибо у нас есть мамонт, титанобоа, блин, но маматерий не зашел, получается. Ну, хотя не так уж у нас тут все и легко. Давайте, если тебя поставить... Потом ты и ты. Ну просто если я поставлю кого-то из них, то он подменится и там начинается чехарда. Так, мне кажется, будет даже проще. Но если что, сможем еще посражаться. Ну, это хорошо. Это хорошо, значит, мы выходим на 3 удара. Дотянули до троечки, это хорошо. Может, до четверочки, но не стоит. Ну, в смысле, 4 балла в запас, чтобы передалось. Вот как раз на 4. Это был для него, кстати, 100% вариант. Даже если я бы 3 защиту поставил, он бы нас уже пробивал. Так, теперь момент истины. Хватит ли нам 2 ударов? Трить. Не хватало, ребятки. И 2 балла поставлю в защиту. И то, если он подменится, Уртинушка может ударить нас. Ну, он, естественно, сходу сейчас подменится, да? 4 балла. И подменяется на 3, да? И давай атакуй. Атакует на 2. Почему на 2, никто не знает. Так, давайте сейчас мы
Мамонт против Уртинатерия. Ну, мамонт, походу, покрупнее. Ну, в смысле, помельче. Уртинатерий покрупнее. Раз, два, три. Но, как я, мне кто-то писал в комментариях, мол, мамонты, ой, слон... Короче, суть в чем, что все знают, что мамонт больше слона, да? Что там слон весит примерно там 4 тонны. Но это не совсем так, ребята. Есть официальный рекорд в книге Гиннесса, который называется «Самый тяжелый слон». Вот так, да, рекорд. И там обычный африканский слон, ну, саванный слон, его такая разновидность, и он весил там что-то порядка 12-13 тонн. Это втрое тяжелее обычного слона. Я не знаю, что это за слон был. Он, то ли он был настолько жирным, ну, он не мог быть жирнее просто в три раза. Это же не человек. Не знаю, он, наверное, и был крупным, и жирным. То есть это как бы мамонта такого попробуй найти на 13 тонн. Это индрикатерий уже какой-то получается. Так что всякое в природе бывает. Так, мы забрали козерскую награду, 100 баксов и зухамимчик, кстати, да, вот зухамимчик. Отлично. Но у нас еще есть кайнозойки, предлагаю пойти сейчас кайнозоями на арену. Я думаю, вы согласны. Куда я вышел? Не знаю, куда я вышел. Вот, арена ПВП, идем сюда. Мы выбираем здесь кайнозой. И здесь поатаковать. Так, если против нас пойдет... Ну, тут как-то да, конечно. Ну, давайте, два носорога. Скорее всего, нам попадутся динозавры, и, в принципе, проблем не возникнет. Но если вдруг попадутся здесь снежные существа, то проблемы могли быть. Но нет, блин, не успел запомнить силу удара. Смотрите, они, ну, в общем-то, равные существа. Выглядит классно. Мне нравится. Так. Ну, давайте еще немножко постоим, поднакопим. Так, агрессивничает Раджа Стега. Но мы с ней прощаемся. Ха-ха, прикольно, да? Ну, есть же эти истории, когда носороги убивали слонов. И вот у нас то же самое сейчас с анкилодоком произойдет, но почти так. Так, у нас есть сумчатый лев. Блин, у него балл остался, да? Блин, ну жалко. Ну, наверное, мы сейчас сольемся тогда. Почему он атакует на 3? Кто-нибудь знает? Ай-яй-яй, у Бронта мало жизни, ребята. Так что все сейчас будет, короче, наша судьба в руках вот этого бородача. Атакует, проиграл. Не атакует. Вот это я о чем. Ну все, да, мы проиграли. Он рискнул, не поставил защиту. И да, ну гиганоцефал, смотрите, какой он большой против нашего бронтотерия. Это всегда прикольно вот посмотреть на сравнение динозавров и каких-то млекопитающих. Так, кто там, Рокстеди или Бибоп, кто из них, кто, все время забываю, на этот раз проиграл. Но ничего страшного. Так что на этом, ребятки, я серийку заканчиваю и до скорых встреч.